Судью Волчанского суда разоблачили вчера днем. Это его рабочий кабинет. Здесь правоохранители проводили операцию. Но сегодня служителя Фемиды на месте нет. Почему, секретарь не объясняет. Говорит, все слушания, назначенные на вторник, он перенес. Общаться о случившемся на камеру сотрудники суда не хотят, но признаются, вчера в здании действительно работали правоохранители, проводили некие следственные действия. Правда, уверяют, каков итог этих действий, они не знают. Сегодня правоохранители раскрывают подробности операции. Говорят, судью поймали на горячем во время получения взятки. От гражданина он потребовал 10 тысяч гривен. Взамен обещал вынести решение по гражданскому делу в его пользу. Генеральною прокуратурою стосовно фігуранта порушено кримінальну справу за частиною 368, частина 3. Покарання за цією статтею передбачає до 10 років позбавлення волі. Були проведені слідчі дії, зараз обрано міру запобіжного заходу, підписка про невиїзд. Но задержать судью без разрешения Верховной Рады нельзя. И даже после решения нардепов отстранить судью от должности нелегко. Это длительная процедура. И все это время судья, сам являясь подозреваемым, будет продолжать вершить правосудие. Виктория Лукашова, Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».